Пацаны, доброе утро, Александр, Дмитрий. Вы находитесь на канале Ради Голды, работаем со своим братом в экипаже кузов L, два грузчика. В Яндексе подрабатываем, и свои клиенты, сарафанное радио, как не раз уже повторял. Что, пацаны, говорите, вот нет контента. Ну, не все там есть, там некоторые. Нет контента, нечего снимать. Че, дерьмо наступило, блядь, с утра уже, елки-палки. У нас, получается, нужно было пройти фотоконтроль грузовой машины, там 2 часа осталось, и пока там то, все, вот тут вот. Смотрите, машина стоит, но, сами понимаете, собак выгуливают. И что, и, блядь, и я в дерьмо наступил. Сейчас я вам, пацаны. Ну, короче, в дерьмо, блядь, наступил. И сел в машину. Ой, сейчас буду показывать, блядь. Машину, понятное дело, не мыли, так прошли. Сейчас проедет там машинка. Вон машинка проехала. А, она тоже паркуется. Ну и чё, мужики, вот я сел, блядь, начал тут сдавать. И вот, короче, в говно, блядь, наступил. Вот, блядь, говно. Ну, короче, что, к деньгам, наверное, пишите. Либо просто я говно. Все, буду вытирать сейчас, блядь, салфетками и так далее. Так, мужики, ну что, вот, Сергей опять грузвоз нам написал, вот, на завтра там есть заказ, но он только что и позвонил, там офисный переезд будет. Ну, поедем поработаем, а что делать, пацаны, ничего лучшего пока у нас нету, не предвещается на 10 часов, вот, это завтра, сегодня пока Яндекс. Ну и что, пацаны, вот, ногу, получается, блядь, чистил, взял палочку, вон, веточку, да, из дерева, снял. Ботинок там почистил и, не знаю, видно вам, не видно? Да видно, и вот лужа. Ну и там лужу, блядь, потом это, мыл. Ну, короче, вот такая вот, пацаны, история, да, тоже из жизни, блядь. Дерьмо взял, наступил. Ну, и я такой залажу уже в машину, знаете, блядь, перегнать, чтобы другую сторону сфоткать, вот. Потому что возле бордюра, получается, вот мы находимся. И чтобы другую сторону сфоткать, к этому бордюру, блядь, перегнать машину. И пока вот это вот заложу в машину, а что так воняет, типа, такой, блядь, что за хуйня, типа. И такой раз на ногу, ебать, говно. Ну и, короче, вот педаль, получается, вот это сцепление, блядь, вымазал. Пока залазил, вымазал. И вот такое вот утро, пацаны. Ну чё, ну всё, погнали работать. Что делать теперь? Так, парни, всё, вышли, получается, на линию. Приоритет плюс 10. Сейчас показываю дальше, что у меня. Начинает у меня чуть набиваться активность, но я думаю, ребят, это ненадолго. Вот, это ненадолго. 4,87, как там, рейтинг, да, и активность 39, и приоритет, как вы видели, плюс 10. Ну, пойди, поехали, глядеть, будет, не будет, и что вообще будет. Все, погнали. Вот такой вот заказ у нас приходит, парень, большой кузов, грузчик, зеленый, Элтов, займет около часа, за 5 минут. Конечно, пропускаем. Выдвинулись в зону коэффициента, вот сюда, вот, по шоссе энтузиастов, поближе к центру. Попытки найти что-нибудь повкуснее, поинтереснее, но это ж никуда не годится. Так, парни, вот такая говнотуля приходит. Пропускаем. Ждем дальше. Так, мужчины, ну вот смотрите, вы говорите, оклейка. Ну вот без оклейки, правда, видите, без. Ну, вот коэффициент 170 показываю. Ну понятно, мы не берем хоть и минус 6, просто, парни, сами поймите. Есть заказы, которые выгодные, есть заказы, которые невыгодные. Которые невыгодные, ну, они невыгодные. И все этим сказано. Как-то так. Хотите работать в доставке и ищите надежного партнера? Подключайтесь в Эксперт Парк. В 2024 году Эксперт Парк получил награду как крупнейший партнер Яндекс.Доставки за последние 3 года. А это значит, что вы можете быть уверены в надежности, легальности и безопасности сотрудничества с данным парком. Комиссия парка всего лишь 50 рублей в сутки. Автоматические выплаты без комиссии на карты любых банков. Ну и также круглосуточная поддержка и сопровождение на каждом этапе работы по необходимости. Вы можете сотрудничать с парком как физическое лицо, но если хотите снизить риски, подключайтесь к парковым самозанятым курьерам к уникальной программе «Эксперт Парк 2.0» с комиссией всего лишь 40 рублей в сутки. Ну а если вам уже исполнился 21 год и ваш водительский стаж более 3 лет, вы можете работать в такси через парк. Подключайтесь по ссылке в описании, работайте легально и зарабатывайте вместе с «Эксперт Парком». Ну, парни, вот сегодня, видите, удается проверить вот эту вот всю историю, что типа обклейка, не обклейка. Ну, пропускаем, понятно, зелень, куда там. Тем более, это без, ну, один грузчик, еще 3 точки. А 3 точки, как вы все знаете, это невыгодно. Ждем. А вон, смотрите, парни, займет 45 минут, 2 точки. Это у нас самокатульки. Грузчик, большой кузов зеленый. Блин.
Давай посмотрим, куда. Вот такой вот парень приходит, вот она, ваша оклейка, да, как говорится, 0 грузчиков, большой кузов с минус 6, улица Плеханова, займет час 20. Мы это, естественно, брать не будем, мы даже с грузчиками-то зеленый не брали, займет 45 минут, а тут час 20 водительский, нам такое неинтересно. Блять, мужики, ну вот, вот жулик, сами видите, ну куда? Ждем чиферюнделя? Не знаю, дождемся, нет. Ну, будет все видно, пацаны, расскажем, покажем, мелочи. 2710 коэффициент, не успеем. Все, принимаем. 50, да, давай, все, давай. Да, да, попрем. Ну вот и жулик! Оплата наличными, без этих, без грузчиков. 4 километра подача. Мужики, ну чуть-чуть порадовался. Сами меня поймите правильно. Давно такого и не видели. Сейчас посмотрим, куда едем, и сразу же будем звонить, потому что наличка. Да, поедем, поедем. Куда поедем, куда поедем? В Электросталь поедем. Старая Купавна. В Электросталь? Во, в Старую Купавну поедем. Ну ничего. Сюда, чуть-чуть. Давайте, за может, нее. Вместе с вами позвоним для начала, а потом уже дальше будем. Потом смотреть. Уже дальше будем смотреть еще кого, куда. Может, на Wildberries поедем. Территория Атлант Парк 36. Что, парни, кто ждет, тот всегда дождется, сами знаете. 50-825. 51 километр был написан, но постольку, поскольку уже забыл, что надо набрать. 50-825. А, 50-825. Сейчас при вас 50-825. Плохо, конечно, что вот это вот наличка, потом жди, ну. Поэтому, наверное, и цена такая. Сейчас, парни, набираем, узнаем, что ответят. Алло. 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 Алло, здравствуйте. Алло, алло, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, у вас какой кузов и палет туда войдет? Сколько палет? Алло. Алло, да, сколько палет входит в кузов? Да к вам сколько надо, ну, вывезти сколько надо. Я заказала машину у вас. Она едет по машине, она идет как микроавтобус, правильно? Нет, не микроавтобус. Сколько у вас будет палет? Сколько палет у вас будет? У нас 7 палет. 7 палет у нас. 7 палет. Сколько вес? Да, не знаю, это маленький вес у них. Понял, понял. А подскажите, вы будете потом на выгрузке? Ну, как бы, или как будете, оплата? Будем и на загрузке, будем и на выгрузке. Понял, кто оплачивать будет просто заказ за наличку? Я буду оплачивать. Вы будете оплачивать. А вес общий не подскажете, сколько будет? Ну, примерно, нет, хотя бы. Нет, не подскажу, нет, не скажу. Я не знаю, как я вас скажу, если я не знаю. А кому позвонить, чтобы узнать, какой вес? Никому. Никому не позвонить. Я вот звоню уточнять, какой у вас кузов и сколько помещается у вас палет. Ну вы хотите сколько вывести? 7 палет? Или сколько? Мне надо вывести 7 палет. Я вам спрашиваю, сколько вмещает кузов палет. Ну вот 7 палет я смогу вывести. Хорошо, они обычные палеты? Обычные палеты? Ну, не эти, не евро? Обычные, ой. не евро, обычные, стандартные палеты. Фух. Так, смотрите просто, если вес будет большой, то не смогу взять. Только до тонны 400 сможем взять. Да там меньше-то тонны-то не будет. Тонны не будет. Ну все, давайте тогда летим, нет, раз вы как бы будете и там, все, давайте. Скажите, а то я уже себя попутывать с вами. Номер машины полностью цифрами. Тяжелый клиент, парни. Ну, парни, что, я думаю, надо ехать. Ну, надо ехать, потому что... Сумочки 2700 и, знаете, не так далеко, 51 километр. Ну, что туда подзаработаем. Вам оставлено голосовое сообщение от этого абонента. Чтобы послушать сообщение, наберите 600. Ай. Короче, едем улица Докукина, 12, а не 1. И ехать сейчас, парни, посмотрим еще раз с вами сколько. Садокукина, 12 район. 2 километра ехать. Давай, Дима. Приехали мужики на отгрузку Wildberries. Мужик ехал с нами, получается. Ну, клиент. Ну вот он тут за старой купальной находится. Что, у нас 7 палет в машине, как вы видели, тоже из предыдущего кадра, как мог, там чуть-чуть поснял.
Будем стоять, будем ждать. Время идет. Встали в очередь. Неизвестно, сколько придется стоять в очереди в этой, но здесь хотя бы с коэффициентом нормально оплачивается ожидание, хотя бы не совсем за копейки стоишь. Ну, потом. Что, потом уже скажем, что как будет. Как все получится. Ой, мужики, ну что, на часах у нас 16:15, то есть 15 минут пятого. Как вы можете видеть, заказ закрыт. Пробег по нему составил 105 километров. И, в общем-то, дело дошло до возврата. Сейчас. Дело дошло до возврата. Короче говоря, отвозили все это дело на склад Wildberries, как уже до этого говорил. И там, получается, не приняли у него там. Да. Давай вот этот вот. Короче, если... палеты не те, то не то. Плюс этот мужик, он был такой с перегаром, ну, выпивший, и вот это начал ругаться там с этим, конфликтовать, ну и пошло-поехало. Короче, пошло-поехало, в конце концов, изначально там, ну, он, мужик этот, кое-как договорился, что давай, говорит, типа, еще второй залезет, ну, то есть мужик туда залез, чтобы, получается, вручную охли доставать эту коробку. Ну и говорит, давай еще второй залезет. Ну один говорит, ну давай. Ну я туда залажу, он мне руку подает, как бы, ну я залез туда. Только, блядь, вытянули мы с ним этот палец с машины. Буквально там метр остается дотянуть, и все, можно ставить. Палец этот чуть-чуть там треснул снизу, ну и, короче, прибегает второй. Никто ничего принимать у себя не будет. Ай, да как так? Ну, короче, в конце концов, мужики, ебались, мы ебались. Оставалось 45 минут платного ожидания там, и пришлось сделать возврат, потому что сказали, убирай нахуй отсюда машину. Мужик этот, ну, клиент так называемый, ну, это не заказчик, это получается просто как, ну, знаете, правая рука, скажем так, заказчик, просто рабочий, заказчицы, там женщина была. Ну, и, в общем, по сумме он составил у нас вместе с возвратом, то есть, да, вот, пробег 105 километров, 13 437 и чистыми 9 882. Охуеть. 437, сейчас посмотрим. Ну столько вроде она перекинула. Короче, ну что сказать. В конце концов, здесь, ну, оплата была наличными, я же уже показал это все, уже упоминали несколько раз. В конце концов, здесь были проблемы с оплатой. Здесь, блять, она, знаете, так между делом. Ну сколько там? А вы мне не показывайте, я к ней подхожу, ну, то есть закрыли телефон. 13 437. Не, ну все правильно. Оплатила. Да, 437. Она сначала потом типа, ну ладно, там не появилась. Почему у меня не появилась поездка? Почему я не могу посмотреть? Да. Я говорю, женщина, обратитесь в поддержку, мы не знаем. Мы стоим вдвоем с братом в кабинете у нее. Она такая, ладно, давайте ваш телефон, сейчас я типа запишу сумму. Берет телефон и записывает. 9 800. Я тут же, ну, типа, она как бы так полголоса там сама себе под нос. Так, 9 800. Не, говорю, окей, 9 800. 13, вон, да, вот ваша сказал. Сумма, ага. В конце концов, что она говорит? Я вообще могла бы ничего не оплачивать. Знаете, так между делом. Я вообще могла бы ничего не оплачивать. Почему? Что-то, блядь, парни, пиздец. Какое-то моральное состояние убитое, пиздец, короче. Я могла бы ничего не оплачивать, потому что посылка не была доставлена. И мы тут же отвечаем. А не, мы не тут же отвечаем. Она потом оплатила, то есть все. И вот она опять. Я могла бы ничего не оплачивать. Получается, поставила нам печать на пропуск там и так далее. Ну и вот опять она. Я могла бы вам ничего не оплачивать. У вас машина ниже пандуса, короче, который вот нужен, типа, блядь. Ниже требований Яндекса, вот она хотела сказать, и вероятнее всего после этого заказа будет жалоба в Яндекс, будет у нас, может быть, какая-то единица, но это все не столь важно. Блять, мужик нахуй заебал, блять. Вот там не увидите на этом, на кроссовере. Пялит нахуй, ну что тебе надо? Короче, вероятнее всего после этого будет жалоба на нас, может быть, будет единица, но мы не ради оценки работаем, поэтому, парни, мы к этому всему, знаете, так относимся, блядь. Да отъебись, скажем так, мягко. Вот, время на часах 20 минут пятого. Вы это искали, Авито мне говорит, я это не искал, мне это не надо. 20 минут пятого. Будем, ну не знаю, ожидать, наверное, что-нибудь еще. Было бы хорошо что-нибудь выполнить. Ну, если не удастся, то не удастся. Посмотрим. Парни, на этом моменте мы едем домой уже, время 5 часов. Уже никаких коэффициентов нет, ничего подобного, поэтому
Да и сами уже уставшие морально, блядь, загашенные, нахуй, угашенные. Потому что я же говорю, ну это пиздец, что происходило, это, блядь, невыносимо, честное слово. Чуть деньги забрали, грубо. Да, 9800 у нас вышло чистыми. Что по пробегу? А, ну, по пробегу заказ. 105, да, по заказу. Заказ 105, по-моему, или 101, ну пускай будет 105. Нет, даже. 105. Ну. И еще плюс, пацаны. Ай, ну давайте еще накидывайте 20, потому что там сям поколесили. Ну и того, как обычно, 150. Ну и, ну не как обычно. Ну-ка, нет, ну давайте лучше 120, да, что мы будем это, 150. Ну а по бензу, по солярке, косарик. Все, ребят, от нас вам хорошего дня, приятного просмотра. Завтра, не знаю, получится, не получится по Яндексу поработать. Будем держать вас в курсе. Также будем держать в курсе тоже, что как по этому, по офисному переезду будет, ну, проходить, происходить легко, нелегко и так далее, и тому подобное. И все, мужики, здоровья вам, здоровья вашей семье и на связи, парни. А, не забываем, да, подписываться в Телеграм, потому что Телеграмчик растет, а тем самым приближается видео про Никиту. А потом, пацаны, знаете, что с Димой так обсудили, подумали? Наверное, уже вам Никита после этого, ну, поднадоест, уже знаете сколько. Это уже третий ролик, это да? Это уже третье видео ну, бывает. Как будто, ну, знаете, все об одном, что там дармовоз. Ну, как бы, ну, так, по фактам, потому что, ну, что, человек нормальный, человек хороший. У нас к нему никаких претензий вообще нет и ни к кому. Просто, как бы, ну, нам его видео, честно, нравится. Мы находим это занимательным. Есть чего угарнуть, ну, мы по-своему угораем. Но это не значит, что он там плохой или у нас ненависть к нему. Потом уже после этого, знаете, что подумали? Давайте-ка мы после этого, тоже там энное число подписчиков должно быть в Телеграме, и попробуем сами на себя сделать, вот, сами на себя. Ну, тоже, да, вот, ну, как-то, вот, ну, может так. Либо на кого-нибудь вы нам будете писать, на кого сделать, там, ну, тоже блогеры есть, там, вы вот смотрите на этого, ну, на этого сделаем. Ну, поэтому, пацаны, все. Посмотрим по ходу дела, да. Короче, парни, да, на этом все. В принципе, это все сказали. Оценивайте это видео своими лайками и дизлайками. Не забывайте подписываться на канал. Ведь ближайшей целью тоже 5000 подписчиков стоит. И на 5000 подписчиков немного все видоизменится. Не буду говорить точно, не буду говорить точно, что планирую. Но немного все видоизменится. Что? Изменится, ничего не изменится. Не, изменится. Все, представьте, парни, пацаны, хорошо. Просто что подумал сейчас, что смеемся. Вот сейчас вот мы едем, да, смеемся, и вырезать просто, и мне Никите голову приделать вот здесь, блядь. И типа я это Никита здесь за рулем. Ну такая фигня. Ну ладно. А потом вырежешь Никиту, да?